показывает Безбородов, что надо подниматься. А вот теперь он показывает на точку. А вот теперь Амкар заработал пенальти. Сейчас будем смотреть. В первом эпизоде действительно нарушения правил не было. Что там с Прудниковым произошло? Ковыряется в глазу он. Вот смотрите, вот здесь не было. А вот тут уже, конечно, было. Ну, лет Олег. Опытный же игрок. Надо же понимать, что ты делаешь. Дамьен лет Олег. Еще один француз из Мордовии. Ну что, если я не ошибаюсь, это может быть 40-й мяч Пеева за Амкар. Давайте смотреть. Разбег, удар, гол. 2-1. Амкар впереди. Опять на ногах вся скамейка. И так радуется Денис Маслов, начальник команды. Ну, вот эта группа, она уже же не в первой команде работает. Они же вместе были в крыльях советов. И Гаджи Гаджиев, вообще, надо сказать, что находит очень много соратников в себе совершенно другого поколения. К сожалению, безвременно ушел из жизни Андрей Гусин, который был его помощником в самых разных коллективах. Ну вот теперь у Гаджиева и Вадим Евсеев в помощниках.